Приветствую всех подписчиков, а также зрителей моего канала. Сегодня на канале токарка. Перед вами небольшая заготовочка из тутовника. С одной стороны буду точить под патрон отверстие здесь. Ну а вот здесь, чтобы не тратить вот этот материал, приклею такую пимпочку. Ну а приклею горячим клеем. Это, знаете, очень быстро и достаточно надежно. Еще ни разу мне этот клей не отвалился. Ну, в общем-то, и все. Не надо ничего тут ждать. Сразу изделие в работу. Ну, в общем, смотрите, что получается. Пока убирал трещинки, получился у меня тут такой пенечек. То есть мне не придется здесь точить внутреннюю полость для губок токарного патрона. Закреплю потом за этот пенек патрон. Да, это тот самый резец, который я затачивал. Вот, поперек движения заточного камня. В одном из последующих роликов я все-таки расскажу, что я тут хотел добиться и почему именно так затачивал. Ну, у меня была тут своя идея. Ну, видите, все работает. Как обыграть вот эти трещинки? Ну, есть у меня тут небольшая идея. Сегодня ее воплотим в жизнь.
После внутренней шлифовки эту деталь снимаем. Но так как здесь еще не окончательная обработка, сниму ее вместе с патроном. Ну, чтобы не нарушать центровку. Мы ставим другой патрон. Этот патрон у меня дюймовый, поэтому через переходник. И возвращаемся вот к этой первой детальке. Ну, если кто уже догадался, это будет крышка. Слишком сильно распирать не надо, чтобы не разорвать тут ничего. И обрабатываем крышечку теперь с этой стороны. Да, тут главное насквозь не проточить. Помним ведь, что у меня с той стороны тоже проточка. Да, пожалуй, я увлекся. Надо померить все. Эта крышка ведь у меня должна, вот видите, сюда становиться. Ну, пока все в порядке. Ну, я думаю, после шлифовки все нормально будет. После внутренней шлифовки чуть свободнее стало заходить. Но еще не болтается. Но, знаете, маслицем, когда покроешь, все равно деревяшка немножко набухает. И тогда поплотнее будет. А пока с крышкой можно заканчивать. Этот патрон можно снять. Далее найдем место, где как крышка правильно должна стоять. О, вот так.
И вот теперь снаружи можно отшлифовать. Шлифовать буду поочередно. Вот сначала зерно 80, дальше 100, 120, 150, 180. Ну и, наверное, на 240 можно будет остановиться. Да, как всегда, забыл пылеудаление включить. Ну ладно, тут ничего интересного. Чуть позже включу видео опять. Ну и до завершения уже осталось немножко. Крышка почти готова. Ну а вставочку сюда я сделаю, пожалуй, из бука. Смотрите, у меня вот с таким красивым рисунком бук есть. Ну это шпальтированный. Такую тонкую деревяшку в патрон не закрепить. Но тот же самый вариант, что и раньше. То есть подклеиваю на горячий клей дополнительную бабышечку. Буквально он 3 минутки и все уже застыло. Ну смотрите, я же говорил, что красивая деревяшка. Теперь ее надо только отшлифовать и отрезать.
Ну, в общем, смотрите, какая красотень получилась. Тут розовинка немножко видна, но что-то камера не передает. Освещенность мастерской, наверное, не та. Теперь вот так. Это будет стоять здесь. А крышечка вот так будет смотреться. Осталось теперь только вклеить крышку. Ну, в смысле, вот эту пимпочку. Клей пусть пока застывает, а я тем временем покрою изделие маслицем. Маслица традиционно. Смотрите, это масло Мартьянов для столешниц. Ссылка на масло под видеороликом. Промокод на скидку 10% найдете там же. Ну и вот это волшебство. Многие ждут всегда его. Смотрите. Маслица оставляем здесь на полчасика, плюс-минус 5 минут. Потом все надо насухо протереть, излишки масла все убрать. Через сутки двое процедуру можно повторить. Ну и здесь, смотрите, постараюсь аккуратненько тут маслицем покрыть. Не сдвинуть с клея ничего. Пока масло будет впитываться, надеюсь, и клей схватится. Потом на станочке все располирую. Ну и, конечно же, окончательный результат потом покажу. В результате, смотрите, что получилось. Вот так крышечка сверху смотрится. Вот донце. Текстура вот с краев, ну, не очень богатая. Надо было хотя бы, наверное, немножко навскосую точить. Ну, тогда бы шкатулка эта получилась бы еще меньше. А это я не хотел ее уменьшать. На этом, пожалуй, видео можно заканчивать. Всем, кому понравилось, пальчик вверх, подписываемся на канал, оставляем комментарии. А я ненадолго с вами прощаюсь. Всем пока!